Всем привет! Это такое экспресс-видео, жесть на СТО. Двигатель B12S1, 1.2 Aveo, либо Matisse, 4-цилиндровый, 8-клапанный. Вот. Что же у нас тут случилось? Заклинил двигатель по причине проворота вкладышей. Это уже пакет с мертвыми запчастями. У нас умерло два шатуна. Вот таким вот образом. Они заклинили просто на коленчатом валу. Видите, да, вкладыш в каком состоянии. Вот. Можно вот так сделать. Отогнуть кусок вкладыша. В общем, первый шатун труп. Также верхние пальцы задрало. Второго цилиндра вроде бы. Нет, первый цилиндр. Да, первый и третий нас заклинили. Вот. Также второй шатун. Это, конечно, поживее, но вот здесь вкладыш просто провернулся и все. И все. Просто тут вращался. Подрытые вкладыши. Это самое интересное у нас здесь. Экземплярчики. Ну и все. Че? А так. По задирам ничего нет, все четко. Ну, поршня выкинули. Вот, будем точить блок, уже расточили. Ну, все, как бы жизнь заканчивается, а дальше будет видео по сборке капиталки этого движка. Что все, подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки.